Добрый день, уважаемые любители рыбалки. Данное видео приготовлено специально по заказу F-магазин. И я сегодня проведу обзор такого интересного, замечательного спиннинга Saint Croix Legend Elite LES 70 MHF2. Вот такое длинное название. Ну, будем говорить, короче говоря, о легенде. Поскольку многие рыболовы уже зовут его легенда от Saint Croix. Сказать, что я люблю этот спиннинг, это ничего не сказать. Я просто обожаю данный спиннинг. Несмотря на то, что через мои руки прошло около 100 спиннингов различных и на тестах, и просто так сам я пользовался, и более именитых производителей, и дороже в несколько раз. И тем не менее, я люблю данный спиннинг. И я сегодня попытаюсь вам рассказать, за что я его так люблю, и что он из себя представляет. Итак, начнем. У меня в данной линейке Legend Elite 3 всего лишь. Это M, MH и Heavy H. Но в данном случае у нас на обзоре именно MH. Давайте пробежимся вкратце по его характеристикам. Длина его составляет 2,13. Тест в граммах 10,5-21 грамм. И сразу хочу сказать, что нижний тест занижен. Вернее, завышен, а верхний тест сильно занижен. Он гораздо с меньшими грузами, чем 10 работает, и гораздо больше, чем 21 грамм, скорее до 30 он имеет тест. Вес, вот послушайте внимательно, 96 грамм, это действительно такой вес. Ну, это вес среднего статистического ультралайта. То есть он очень легкий. Две секции, естественно, транспортная длина 110 метров, 10 сантиметров. По леске тест составляет данные вот модели 8-14 либров. Строй заявлен производителем Extra Fast Moderata. Ну, в принципе, так оно и есть. Чистый фаст, это точно. Материал колец Fuji, ну и вставки из карбида кремния, SIG. Материал бланка SKVI плюс SKVFRS. Вот такое название этого бланка. Карбон высокомодульный. Ну и так, начнем по порядку. Использую я его вот с этой катушкой. Это Twin Power в 3000 диаметре шпули, 15-й Twin Power. Я пробовал данный спиннинг раньше с Сахарой, 3000-ником, с Ryobi Exi, но вот как только с этой катушкой я его поставил, я понял, что это действительно, они созданы, эта пара создана друг для друга. Настолько удовольствие от рыбалки, и сразу как бы спиннинг стал продолжением руки моей. Просто идеальный баланс. Вот именно почему-то с этой катушкой. Может, с какими-то другими я пока уже теперь не меняю ничего. Далее. Рассмотрим сам бланк. Ручка неразнесенная, из очень качественной пробки, грибок из Эва. Очень удобная ручка. Катушка-держатель эргономичный, Fuji, скелетный. Написано Fuji, естественно, задняя гайка, которая крепко, очень хорошо держит катушку, никогда не откручивается. Хук-купер, то есть как для людей делалось еще. Бланк темно-зеленый, такой переливается всеми цветами радуги. Ну вот, первое кольцо. Держатели колец титановые, естественно, очень облегченные. Ну и вставка карбид кремния SIG. Ну, покажу вторую часть бланка. Вот такой формат в видео все-таки позволяет рассмотреть все. Идут колечки также, двухлапные. Ну, расстановка.
колец. Обычное. И, естественно, противозахлёстный тюльпан. Колечки довольно-таки большие и сам тюльпан. Что выгодно отличает эту модель, ловить можно в любой мороз на данный спиннинг. При вот этой длине 2.13 данный спиннинг является полным универсалом. Вот если говорят, много я попробовал разных универсалов, это несколько бывает не так. Здесь настоящий универсал. Если вы хотите брать на рыбалку всего один спиннинг, это как раз тот случай. Я его использую. Вот при анимации воблеров шикарно он анимирует от 6 сантиметров воблеры и до 130-х нормально продергивает рудру и максквад, и ререндж, и прочие буратинки такого класса. Нормально он продергивает. В то же самое время маленькие воблера тоже он нормально анимируется с помощью него. Но при этом можно поставить джих, в принципе, с перегрузкой или с недогрузкой, то есть 6 грамм можно поставить 30, ничего это не меняет. Прекрасно, ну просто идеально работает с джигом. Вот. Особенно мне нравится работать с джигом, когда много кустов на берегу и берега обрывистые. Он не длинный, все удобно, все хорошо. Засечка практически сама подсекает удилище, сама подсекает рыбу. То есть все шикарно. Кроме того, им неплохо анимировать, конечно же, это блесна. Хоть вертушки, естественно, колебалки тоже. То есть сам бланк отыгрывает, как положено, на блесне. Вот. И просто шикарно он работает со всеми приманками. То есть это полный, однозначно полный универсал. Скажу про строй. Веса, я уже сказал, нижний тест завышен. Там можно от 5 грамм поставить, бы было смело, и до 30 верхний поставить. Потому что запас мощности здесь колоссальный. Ну, например, вот медиум у меня есть, которого тест 17 грамм заявлен, я 2-килограммовую щуку поднимаю на высокий берег нормально, наверх, без всякого подсака. Ну, это, конечно, нежелательно делать, но я делал вот раньше, сейчас уже не делаю. Поэтому запас мощности очень колоссальный. Он выдернет любую щуку из любого места, из травы, из коряк. Можно форсированное важное применять. То есть, кроме универсальности, вторая фишка данного спиннинга – это, конечно же, практически неубиваемость и просто колоссальный запас мощности. Убить его сложно. Я уж с прошлым и по кустам, и по веткам бил им, и я не знаю что, и втыкался в землю, думал уже все ему, но ничего. Вот тот старый мой медиум скрипит уже, поскрипывает, но поскрипывает уже, наверное, 5-7 лет. Но ничего, он еще в ходу. Но вот этот вот этому всего 4 года у меня. Поэтому данный спиннинг, он, ну, практически легенда есть легенда. И я, конечно же, рекомендую его в покупке всегда. Но вот еще не сказал про чехол тоже. Все у него интересное, чехол в том числе. Такой, как змея. На нем вот написано. Легенталит, все названия, все его характеристики. А дальше он такой ребристый, как, ну, дело в том, что он сам чехол, в нем как раз 2.15 размера его, то есть сюда помещается сначала одно колено спиннинга, то есть сначала мы туда помещаем вот первое. Вот оно тут заканчивается, да? Первое, тонкое. И потом засовываем туда второе. И складываем пополам. Таким образом полностью исключено касание двух частей бланка друг с другом. И перелом, его какое-то повреждение тоже исключено.
Поэтому вот такой интересный чехол, такой интересный спиннинг, который по сей день остается актуален, хотя считается, что это уже древность, что мы, которые ловим такими спиннингами, большие консерваторы, но все же он, я считаю, остается актуален. И на этом я обзор заканчиваю. Остается лишь добавить, что данный спиннинг можно приобрести на fmagazin.ru по ссылке в описании к видео. Обзор закончен. Всем спасибо за просмотр. До свидания.